Всем привет! Сегодня будет очень ламповая атмосфера, максимально девчачья, поэтому если вы сейчас тоже куда-то собираетесь, просто шикарно, будем собираться вместе. Ребят, на этом первом кадре, к сожалению, буду немножко в расфокусе, простите, пожалуйста, не уследила, но я там сказала просто всякую инфу, которую уже перезаписать у меня не получится в этом. Я надеюсь, у вас не вывалятся глаза, как будто бы не так сильно заметно, но лично я вижу, и мне плохо это видеть, но в любом случае предупреждаю и извиняюсь. Видос будет супер-мега полезный для девчонок, потому что я буду собираться, рассказывать про разные свои средства. Например, сейчас мне стоит также пояснить, почему у меня такое красное лицо. Во-первых, очень сильно жарко. Я не могу разорвать его и выкинуть в окно. Если честно, я не могу уже выносить эту жару, мне плохо. Во-вторых, я в своем последнем влоге говорила, что вот, я была дерматологом, мне там назначили всякие разные аптечные средства, я их не буду показывать, потому что они продаются без рецепта, я не хочу, чтобы кто-то начал заниматься самолечением. Потом я погуглила, посмотрела кучу разных видосиков на YouTube и поняла, что все показывают эти средства. И как бы все девчонки в здравом уме никогда не пойдут и не начнут это, наверное, использовать сами, потому что, например, Эфизел, который я использую, он очень сильно агрессивный. Сейчас, кстати, его покажу. Вот это адовое средство. Вот я его использую уже практически 2 недели по всем правилам, не на все лицо для начала, там, точечно, потом только по зонам. Вот это все я знаю, все соблюдаю. Но с того момента, как я начала использовать это средство, у меня начинает гореть кожа после любого другого. То есть вот я сейчас нанесла SPF, и у меня начинают гореть щеки, начинает все зудиться, но потом это проходит. Я не знаю, норма это или нет. Блин. Я еще такая лохматенькая, потому что я спала с этими косичками и еще ходила с ними вчера весь день. Я надеюсь, увидите клевые кудряшки и, возможно, замучу какую-нибудь прическу. Итак, погнали, давайте начнем с SPF. Сейчас я покажу все SPF, которые у меня есть. Начну в хронологическом порядке. Это чуть ли не один из самых первых SPF, которые я начала использовать. Я использую их, на самом деле, не так давно. Я не была такой прошаренной несколько лет назад и не понимала, насколько это реально важно. Вот начала использовать SPF на постоянку, и то как на постоянку. Вот 3 года назад я начала его использовать только летом. А в любое другое время года я на это забивала. И вот в тот момент это был вот этот SPF, я заказывала его с Wildberries. Он очень приятно пахнет, а это очень важно, запах средств, который вы тем более наносите на лицо, потому что у меня сейчас туда будет средство, которое воняет мазью для пяток. У него приятная текстура, он не выбеливает кожу. Ой, ну такой реально супер нежный, я вам его... Срок годности, кажется, у него истек, надо выкинуть. Я им не пользовалась, я не знаю, зачем я его держу у себя. Вообще, хорошенький и дешевенький. У меня есть такие предубеждения, что чем дороже продукт, тем лучше, но цена ведь не всегда равна качеству. Верно, верно. Далее, я приобретала вот относительно недавно вот этот SPF, это как раз тот самый вонючий SPF. Это просто невыносимо. Фу, ну просто фу, как можно это наносить на лицо? Он еще такой зеленый и жестоко выбеливает кожу. Просто мумия. Под конец смотрит на тебя из зеркала. Я наношу его вот на плечи, когда какие-то открытые маечки. Просто на открытые части тела, потому что на лицо это наносить невозможно. Мой любимый SPF это вот этот из золотого яблока. Очень приятный, приятный запах, не выбеливает кожу, не жирнит. Но вот я его наношу, у меня начинают чесаться щеки и краснеть. Даже немножко еще пятна вот остались, но потом это проходит, как я уже сказала. Напишите реально, что это нормально. Нормально или нет, при условии, что я сейчас использую Эфизел. Очень легенькая текстурка, очень мне нравится. И последний мой новенький SPF это вот этот, дорогущий, я считаю, для такого объема тоже золотого яблока, но мне его порекомендовал мой дерматолог. Я сейчас лечу кожу, у меня вообще новые средства все. Кстати, из всех тех продуктов, что я буду показывать, ничего не на рекламу мне присылали, это все... Просто мои личные рекомендации, все куплено на собственные деньги. Хотя зачем я об этом говорю каждый раз? С учетом того, что все, что мне присылают на рекламу, и все, что я рекламирую из каких-то средств, каких-то таких вот уходовых штучек, я использую сама. Например, вот, мне присылали вот этот парфюм. Он такой сладенький, вкусненький, стоит у меня тут рядышком. Сейчас телефон я прокатила на мист, который мне тоже присылали. Ванильный, сладенький, вкусненький мист. Тоже его использую каждый день. И у меня все спрашивают, чем это тебе так приятно пахнет? А это вот просто средство, которое мне прислали на рекламу, и я этим всем пользуюсь. Тут вопрос доверия только. Пожалуй, но просто кто-то конкретно не доверяет, и действительно, часто реклама просто проплачена, человек просто взял ее и все. Бывает и такое.
Ну, а я думаю, что можно начинать. Как раз SPF весь впитался в матирующие салфетки. Окей, let's go. Я не буду рисовать сегодня стрелки, потому что жарко, зачем, глаза все потекут. Максимально легенький макияжик. Суть этого видео будет в том, чтобы просто провести время вместе, найти какие-то для себя, возможно, находочки по уходовым средствам, по декоративной косметике, что-то по-любому девчонки откопают для себя, я думаю, в этом видео. Вообще, это лето у меня очень сильно отличается от любого другого, так как у меня наконец-то этим летом не было никаких супер важных, ответственных, очень волнительных дел, как это было, например, в том году, когда я готовилась к поступлению. Я очень сильно переживала. Я так переживала, что пару раз точно это доходило до слез. Небольшой нервный срыв. Мне было волнительно очень сильно от того, что я могу не поступить на бюджет, потому что другой вариант я никогда и не рассматривала. Позапрошлое лето я тоже готовилась к поступлению. Никакого разнообразия вообще в этой жизни. Ну ладно, это два таких важных года, которые я посвятила как раз поступлению в высшее учебное заведение, подготовке к этому всему. А что же я делала 3 года назад? А 3 года назад я тоже училась летом. Я помню, как я привезла с собой книжки по биологии в лагерь. Я на тот момент выбрала для себя один предмет, которому уделяла время летом. Это была биология. Я реально занималась в лагере. Особо сильно себя не перегружала, просто у меня была эта мотивация и было это желание. Я не жалею об этом. Если вы будущий выпускник, и у вас сейчас тоже есть эта мотивация, то сейчас я подкину еще. Вам поможет бесплатная летняя школа от Турбо ЕГЭ. В этой летней школе вы сможете изучить вот эту вот базу, прям базу базовую раз и навсегда, перед началом усиленной подготовки. Я имею в виду структуру экзамена. У вас есть возможность за остаток этого лета спокойно понять эту структуру, составить план своей подготовки и изучить несколько единичных тем, сильно себя не перегружая. Это все-таки лето. Думаю, что практически ну каждый из вас точно найдет свой предмет, потому что в Турбо представлены такие предметы, как русский язык, биология, химия, информатика, физика, обществознание, профильная и базовая математика, литература. Что-то еще, да, еще английский язык. Точное расписание по каждому предмету вы сможете посмотреть на сайте. Вас будут ждать 5 часов вебинаров и 5 домашних заданий с обратной связью от преподавателя. Также уже готовые конспекты к каждому уроку, тренажер для проработки тестовой части, а еще вебинар с психологом. В вашем распоряжении будет доступ в личный кабинет со всеми материалами, записями вебинаров, анализом всяких ваших пробелов, если они будут, а также доступ в телеграм-чат с преподавателем. Кстати, все это также доступно в удобном мобильном приложении Turbo, которое, судя по отзывам, просто топ. Вообще, Turbo — это онлайн-школа, как вы поняли, где вы можете быть просто собой. Привет всем! То есть вам и без друг друга будет хорошо. И тут Пьер без угол просто как ураган заходит. Я искренне считаю, что выученная структура и несколько изученных тем никак не испортят вам лето, а наоборот, все это только поможет в дальнейшей подготовке. Тем более, что все это можно сделать совершенно бесплатно в летней онлайн-школе Turbo. Так что переходите по ссылке в описании под этим видео и записывайтесь. Итак, тон я использую вот такой вот от Collagen. Он мне очень нравится, он мне подходит, мне нравится его текстура и как он ложится на кожу, поэтому я использую его. Консилер я использую... Ой, этот у меня уже заканчивается. Что это вообще за фирма? А, это Art Visage. Какой-то сияющий такой светленький консилер, который немножко светлее основного тона. И я наношу вот это вместе. То есть не сначала тон растушевываю, а потом консилер растушевываю, а сразу вместе. Я наношу обычно всегда вот так, каплю на палец и распределяю по первой половине лица. Вот так просто, очень-очень-очень легко. Могу добавить еще немножко, но мне самое главное, чтобы слой был тоненький. Я прям его очень-очень тоненько, равномерно распределяю по всему лицу. То же самое с этой щекой. Добавляю еще по мере необходимости, но соблюдаю одно единственное правило. Это легкое распределение. Так, вот так и... буду ли я сегодня наматывать себе платок на голову или нет? Если я использую платок, то я не наношу на лоб, естественно, никакого тона. Наверное, нет, не буду сегодня использовать платок. И так очень жарко, и так у меня уже упрело все лицо и вся голова. И тут же наношу, опять не то взяла, наношу консилер. Раз, два, вот тут у меня покраснение, тут... постакне. И еще наношу вот сюда. И только потом все распределяю. Вот такой получается тон, очень равномерный, вообще мне все нравится. Далее беремся за румяна. Я использую вот эти. Я слышала об этих румянах много плохих отзывов, что они комедогенные, что они не стоят своих денег. Я покупаю их уже в
третий раз, наверное, использую последние года два, и мне нравится. Я румяна сейчас наношу чуть по-другому, чем наносила раньше. Раньше я реально превращала себя в матрешку и не замечала этого. Вот правда, почему-то мы реально не замечаем зачастую наши косяки в макияжах. Вспомните себя тоже, девчонки, которые начали красить брови в раннем детстве. Это же просто ужас был. Я скажу за себя, у меня это был просто ужас. Я не понимаю, почему мне никто об этом не говорил. Хотя, если бы мне сказали, я бы все равно не послушала. Я бы сказала, у меня шикарные брови, мне вообще пофиг на ваше мнение. Я бы ходила дальше с такими ужасными бровями. Я даже фотографии не буду прикреплять, потому что, ну, это трэш-контент. Такое нельзя в открытом доступе держать нигде. Короче, раньше я после этапа румян реально была как матрешка. Не знаю, возможно, сейчас тоже, но сейчас я их немножко по-другому наношу. Я улыбаюсь и делаю равномерные капельки на яблочках щечек. И далее еще сделаю небольшую... Ой, это уже большая капля, им еще очень легко переборщить. Но спонжем, на котором осталось немного тона, можно все легко исправить. Короче, наношу вот так. Делаю такой даже небольшой, как будто бы контурник этими румянами. Я вижу, как будто бы я нанесла много. Далее большой пушистикой кисточкой. У меня вот такая, она мне очень нравится. Она плотно набитая, такая мягенькая. Очень клево растушевывает продукты. Она, кстати, с Wildberries и Pot Article. Я начинаю вот такими вбивающими движениями растушевывать румяна. И далее... Да, я переборщила с ними опять. Далее начинаю двигаться к вискам. Трэш. Все, я убираю лишнее. А вот это вот огромное пятно сейчас мы тоже с вами легко исправим. Просто берем наш спонж, как я уже сказала, на нем немножечко осталось тона. И прибиваем все это. Это все еще дополнительно растушевывается и уходит лишний цвет. Вот. Вот нужно тоненькие, маленькие, аккуратные капельки наносить. Можно еще немного на нос, вот что осталось на кисточке. Так, и здесь тоже нужно немножечко прибить спонжиком. Прибить. Вот, теперь супер, теперь мне нравится. Фух, это просто невыносимо. Вообще, я не красилась практически все лето, то есть у меня не было полноценных макияжей. В целом это видно по моим влогам. Особо как-то я не прибегаю к косметике летом. Но сегодня я пойду снимать контент, и хочется на видео фотках выглядеть хорошо. Поэтому full makeup сегодня. После румян я обычно использую хайлайтер. Не знаю, у меня какая-то своя система сложилась, которой я придерживаюсь каждый раз, когда себе делаю макияж. По хайлайтерам у меня есть большая палетка, которой достаточно много лет, которую я брала в Литуале. Она такая больше для каких-то необычных макияжей, потому что здесь прям такие оттеночные хайлайтеры. Вот для повседневной жизни мне нравится использовать вот этот. Меня от жары просто вырубает телефон. То есть я снимаю, и уже вот второй раз обнаруживаю, что у меня просто не снимается ничего. Надеюсь, я смогу доснять это видео. В общем, это доисторическая палетка. Я сейчас только что вспомнила, что я ее покупала в Литуале тогда, когда самый первый раз приехала в Питер. Мы тогда что-то гуляли по городу, залетели в какую-то ТЦшку. Даже не помню, что это был за торговый центр, но, короче, я зашла в Литуаль и купила там эту палетку. То есть она такая доисторическая и с воспоминаниями своими определенными. Приятно, что сейчас я наконец-то живу в этом прекрасном городе, самом красивом. Кстати, хайлайтер я, возможно, наношу неправильно. Я фиг знает, куда его наносить. Я как-то интуитивно просто двигаюсь. Зачем я это все придумала? Какой макияж в такую жару? Как выжить? У меня сейчас отрубался телефон, и у меня впервые такое было, что iPhone мне, в принципе, не давал никуда зайти. Ни в какое приложение, просто все, как будто бы заблокированное, и нужно было дать ему остудиться. Поэтому, друзья, у нас с вами не так много времени, потому что солнце парит конкретно, а телефон уже не фурычит, потому что, ну, просто лава. Я рассказывала про эту палетку, и мы с вами остановились на хайлайтере. После хайлайтера... А зачем я добавляла хайлайтер, если я так сияю? После всего этого я обычно приступаю к бровям, и сейчас я использую крем... Ой, блин, все. Гель для бровей от Mixit. Он практически такой же, как и от Pussy. Спасибо, соседи, только вас не хватает. Понимаете, что я почему-то слышу, как кто-то что-то сверлит? Вот уже год. Как только я заехала, тут что-то сверлили. То с той стороны, то с этой. Почему нельзя хоть когда-нибудь в этой жизни закончить ремонтные работы? Вернусь к гелю. Я говорила, что он мне нравится. Это действительно так. Но я начала замечать, что тоже он собирается в какие-то комочки, которые очень сильно похожи на клей. Как будто бы реально клей. Он подсыхает. И остаются какие-то белые комки на бровях. Это тоже, блин, не очень так-то. Я еще делаю вот так, приклеиваю их к
коже. Господи, пожалуйста, дай мне снять это видео. Вот такие брови. Сейчас они у меня, конечно же, сползут, пока еще гель для бровей не подсохнет. Потом я их снова уложу, снова приклею. Вот, они уже все начинают сваливаться вниз. Так что я их укладываю в несколько этапов. После я приступаю к ресницам, собственно говоря. И сейчас я использую также тушь от Mixit. Еще я беру малюсенькое зеркальце на глаза. Мы с вами, пожалуй, ничего не будем наносить на веки, потому что все скоро вообще скатится у меня уже до колен, вся косметика. Беру маленькое зеркальце и вот так вот, смотря вниз, прокрашиваю хорошенечко каждую ресничку. Получается вот так. Сейчас покажу офигенский блеск для губ. Ага, у меня его сейчас здесь даже нет, потому что он лежит в моей сумочке. Это блеск от Divash. Вот, в целом, отлично видно, что я им пользуюсь реально постоянно. Он мне очень нравится. Он такой розовенький и... Ну, посмотрите сами. Ну, вообще. И вот он, кстати, не сползает с губ. Вот, что касается макияжа губ, это единственное, что я не умею делать. То есть мне гораздо проще просто нанести какой-нибудь бальзамчик, гигиеничку или блеск для губ. У меня много карандашей для губ, помад. Мне нравится полноценный макияж губ, но я не умею этого делать. Мне повезло, у меня довольно пухлые губы. Я реально конкретно не понимаю, где у меня заканчивается нижняя губа. Как мне ровно пририсовать верхнюю, то есть что касается контура. У меня каждый раз это очень кривожопно получается. И если я еще смотрю в зеркало, мне кажется, что более-менее нормально ровно накрасила, то потом на фотках, на видео я просто ужасаюсь. Ну, как будто у меня руки и жопы реально растут, поэтому я пользуюсь блесками в большинстве своем, потому что макияжи губ мне пока что не даются. На самом деле, вот макияж — это такая штука, которая приходит с опытом. Стрелки те же самые тоже у меня, конечно же, не получались. Они были ужасными, когда я только начинала их рисовать. Но спустя время просто приноровилась, и сейчас они у меня хорошо получаются. Меня они более чем устраивают. Я очень много экспериментировала с бровями теми же, господи, боже мой. Что касается губ, я никогда их особо и не красила, поэтому сейчас, в свои 20 лет, я реально не умею нормально красить губы, поэтому я использую вот блески. Блеском испортить не получается. Что ж, ну а теперь мы будем с вами расплетать эти прекрасные шикарные косы. Ну, у меня уже просто все волосы вспотели, они сейчас выглядят как будто бы грязные, блин. Что-то как-то как будто бы странно выглядит немножко. Ну и что? Я в такую жарищу не пойду с распущенными волосами. Надо было оставить их заплетенными реально или обратно заплести. Жарко очень. Короче, ребята, я решила, что я иду копну волос, сейчас залежу гелем для волос. Для зализанной прически я, конечно же, использую гель. У меня вот такой. Также у меня есть куча расчесочек, чтобы получился идеально зализанный эффект. Это вот такие маленькие гребешки для создания проборов. Расческа-щетка. И еще даже зубная щетка периодически идет в ход. Еще у меня есть вот такой стик с воском, который убирает всякий лишний пушок. Еще моделирующая паста, предназначенная для того же. Последними продуктами пользуюсь гораздо реже, в основном гель справляется со всем. Все это, кстати, можно заказать на ВБ. Артикулы оставлю в описании. Я сейчас отсняла, как я превращаю себя в зализыша. И все эти кадры просто жестоко засвечены. Сегодня какой-то вообще не мой день. У меня уже полное ощущение того, что это видео получается какое-то супер некачественное, несобранное. То не получилось, это не получилось. Айфон отрубался 5 раз. Первые кадры были вообще в расфокусе. В итоге сейчас у меня полный бардак. Собраться я собралась, потратила на это кучу времени, никуда не вышла, уже опоздала. Еще и ролик мне на выходе не нравится, но это пипец расстройства.